Димитровградцы приняли участие в межрегиональном съезде краеведов «Волжские земли в истории государства российского». Мероприятие было приурочено к 250-летию со дня рождения Николая Карамзина. Наш город был представлен в работе двух секций – поисковая работа в исторической реконструкции и продвижение краеведческого знания посредством мобильных выставок. Было торжественное награждение краеведов. Вот мы от нашего музея подали кандидатуру Андрея Сергеевича Макеева. И он получил на вот этом торжественном заседании благодарственное письмо губернатора.